Фитик. Работка сегодня. Работка сегодня. Ну, как вам сказать? Это не рабочая у нас погодка, там мой домчик. Это у нас балкон, как видите, я в бане. Вот. Вот видите, дверька там, туда будешь, короче говоря. Я сегодня была на яхте со своим женихом. Я его ненавижу, поверьте. Да, вот. И мы сегодня были на, ну, не на море, но, как вам сказать, на озере, как он, на озере. Там, короче, девочки мои, ну, старшие сестры, двойняшки, они не знают про камушки такие. И мама тоже не знает такие камушки. И папа тоже не знает про такие камушки. Даже бабушка не знает. Ей ого-го сколько лет. Камушки эти называются чертов палец. Они вот так вот стоят, а здесь вот кругленькая. Вот. Они беженького цвета. Денис сказал, что они вымерли, но в одном озере они не вымерли, так что мы находили. А Кристия, она нашла очень редкий, так, я это уже говорила, она нашла очень редкий экземпляр, такое чувство, как будто бы из Китайского моря.